Прокуратура Омской области считает приговор Олегу Шушову слишком мягким. Напомним, 16 сентября гендиректора мостовика приговорили к 4 годам колонии общего режима, в то время как прокурор Алексей Ляшенко настаивал на сроке почти в 5,5 лет лишения свободы. Рассмотрение апелляции займет не менее 2 месяцев. На это время подсудимый останется в СИЗО. Шушова признали виновным в мошенничестве при строительстве участка окружной дороги Федоровка-Александровка и уклонении от уплаты налогов. Шишов Олег Владимирович не возместил ущерб по неуплате налогов и частично возместил ущерб по незаконному получению аванса. Вместе с тем, данные обстоятельства, на наш взгляд, не являются безупречным основанием для назначения столь мягкого Шишову наказания.